Ну что, ребят, давайте смотреть в щелочку. Всем ку, кстати, да. Всем кукоси. Пошли. Пошли смотреть. Так, присядь. Молодец. Молодец. Ага, нам сюда нужно, да? Да? Ну. Да. Одним глазком. Давай. Посмотрел, ты проверяй. Нет-не-не-не, куда ты? Алло, так? Алло, Ася! Варежка. Ася! Прости. Держи. Ты что, прикалывайся? Алло, Ася. Жесть. Мы с вами потеряли варежку. Я даже, наверное, сказал бы про. Теряли. Жесть. Ладно, идем в коробку. Теперь здесь наше место. Так, это спички, а это что? А это записка. Так, читать. Не знаю я, зачем бумагу мораю. Скорее всего, записка это пропадет и затеряется, а где-то истлеет. Так, где ты? Где ты? Где-то истлеет. Братская могила. Только все равно хочется верить, что остается хоть какой-то след. Что вот мой был такой человек на свете. Зовут меня Михаил. Миша, как говорится, все хорошо, давай по новой. Ну все, отстань, не хочу я больше. Не? А, мне до конца надо дочитать. За мной кто-то следит. За мной кто-то следит или что? Так, будь я посмелее. Так, взял бы камень побольше, разбил бы голову одному из зверей этих. Да, автомат выхватил. Может, унес бы с собой еще парочку фрицев. Но, видимо, не всем быть героем, а которым... Ага, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Зачеркнуто. Ну нет, я хочу взять и выйти, все. Так, Ася, куда нам с тобой дальше идти? А, наверное, никуда, да? Что, мы в щелочку будем смотреть? Ну? Хэштег окошко подымись. Во, или нам наоборот закрыть его надо? Или наоборот надо было закрыть? Так, у нас флешбеки начинаются. Гуки на дереве. Нет, нет, пожалуйста. Вьетнам вспомнился, да? Ладно, не смешно. Сам вспоминаю иногда по вечерам. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот ты съест. Так, сохранение, хорошо. Пошли. Куда пошли? Сюда пошли, да? А ты шо, ля, неужели мы дома? Шикарно. Блин, ну только если это будет сон, я реально расстроюсь. Эх, сейчас бы на сене поваляться. Можем? Не, не можем. Ну ладно.
Блин, варежку жалко, вот реально жалко варежку. Единственный нормальный, говорится, человек был, это варежка. Так, а ну? Не, не можем пройти. А, не можем, нам надо по дороге бежать, хорошо. Ребят, кто не знал, вот это вот сталкер начало. Сейчас мы к Сидоровичу зайдем. Во. Угу, ладно. Так, тут направо и налево. Ага, мы пришли уже. Значит, нам это снится, я понял. Значит, это сон, да. Иржан! Давай! Во, молодец. Так, сохранение, пошли. Пошли, побежали. А теперь без варежки нам будет трудно, да? Нам никто не будет подсказывать, что делать. Я надеюсь, нам не придется переигрывать заново. А не, нормально. Так, бонжур. Бонжур, бонжур. Ладно, побежали. Конечно, не знаю куда. Так, не сюда, тут спят. Варь, а не, я думал варежка. Так, ну тут колючка, да? Ага, нам нужны кусачки. Значит, у кого-то из этих спящих людей должны быть кусачки. У тебя нету, случайно? Привет. Нема. И шо робить? А у тебя? У тебя тоже нету, да, кусачек? Так, ну... Что могу сказать? Все, мы в полной... Полной, как говорится, этой... Ага, вот кусачки. Все хорошо. Я их потом верну, обещаю. Придется верну, обещаю. Так. Все-все-все, до побачення. Ну, прыг, скок, скок, прыг, молодец. Ага. Та ты шо, ля. Как говорится, к сожалению, в реальной жизни так не работает. Давай, молодец, Асечка. Умничка. Умничка, девочка. Тихо, 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 тихо. Так, ага, присесть. Присесть, присесть. Так, надо удобнее самому сесть. Во. А теперь побежали. Ну и зачем? Так. Все, я понимаю, устало, но надо взять коробочку, подвинуть, да. И залезть в этот... В окошко. Во, умничка, молодец. Еще чуть-чуть, еще немножко. Все, до побачення. Ну, давай, 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 давай. Нам нужно наверх, по-моему, залезть.
Или нет? Ну, залезь наверх, пожалуйста. Так, отпусти, пожалуйста. Ну все, я же подвинул в самый притык. Или не, или еще надо искать что-то. Или что-то еще надо искать. Да навряд ли. Что не так? Что я не так делаю? Все, пусти. Ага, подпрыгнул, проверяй. Это что я не так делаю? Может сюда куда-то надо? Угу, Миша, я отсюда как человек-павук. Ой, бред. Может не так близко нужно? Или наоборот? Не, хэштег Ася пусти. Ну залезь, пожалуйста, ну. Или надо разбежаться. Давай разбежимся и... Опа! Ага. Ну, опа. Опа. Ага, тут что-то можно взять. А-а-а, вот она чё. И что это нам дает? И что это нам дает? А я таки извиняюсь, а зачем я тогда коробочку ту двигал? Быстрее, 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 сейчас как мэкнет. Ага, я угадал. Так, стоим. Стоим, стоим, стоим. Надеюсь, я там двери не подпер, и нам не придется возвращаться. Все хорошо. Хорошо, хорошо. Так, теперь назад, да, наверное? Да. Давай, это отбегаем. И нам для чего-то, наверное, понадобится коробочка. Нам для чего-то коробочка понадобится. Для чего только? Вот это вот хороший вопрос. Так. Вот так. Ося-ся. Берем коробочку. И двигаем. Надеюсь, я правильно все делаю. Опа! Та ты шоля. Ой, а что еще не так? Не так. Куда? Тудой, тудой. Ага. А может в другую сторону? Можно было в другую сторону? Сколько от вопросов, ответы, которые я не получу. Ну ладно. Бежали. Ага, мы опять в другую сторону, да, бегим? Ага, перепрыгнул, проверяй. Перепрыгнул, проверяй. Раз. Два. Угу. Вообще красиво, да. Так, ладно, давай еще раз. Все хорошо. А теперь это нужно свалить. Давай, молодец, умничка. Я думаю, еще немножко, еще чуть-чуть. Так, перепрыгнул, проверяй. Молодец, умничка. Хорошо. Ага, нам пробегать нельзя, да? Нужно ждать пульку. Понял. Так.
Подождем, пока месть не будет. Улик. Побежали. И... Все, побежали. Ася, побежали, пожалуйста, побежали. Побежали, женщина, девушка, мальчик, котик, зайчик. Все, присесть, надо встать, не забыть, чтобы побежать. Бежи, 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 бежи. Опа. Все, теперь двигаем. О, хорошо. Все, до побачення. Уи. Перепрыгнуть. Ой. Ася, Ася, ну. Ё-моё. Ля, и пошла просто пешком, да? Понял. Вообще, говорит, все равно даже дверь открыта. Ася. Может, все-таки побежим? Ладно, ладно. Давай пройдемся. Забаранила, да? Правильно. Живая. Только не закрывай глаза. Не закрывай. Смотри на меня. Все будет хорошо. Все хорошо. Ну только мы там тухлю потеряли. Я такие извиняюсь, то можно мне тухлю забрать? Походу нет. Ну ладно. Бонжур. Итак, Голубева Ася Петровна. Ну? Мне доложили, что ты несколько дней провела в госпитале. Ну да. Как твое здоровье? Как самочувствие? Так, все хорошо. Все хорошо. Я в порядке, спасибо. Саня, ты в порядке? Это хорошо, да. Ты же понимаешь, почему ты здесь? Нет, не понимаю. Не совсем. Дело в том, что мы подобные нарушения без внимания не оставляем. Наш пункт фильтрационный для того и нужен, чтобы во всем разобраться и вынести справедливое решение. Справедливое, да-да-да. Ага, по-любому. Так скажи, Ася, куда и зачем ты бежать решила? Домой. К бабуле и тетке, в село. Они меня ждут очень. Допустим. Но это еще проверить надо. Где родители твои? Не знаешь, стало быть? Или боишься вслух произносить? Так не ори на меня. Как вообще ты по ту сторону фронта оказалась? Так, потерялась я. Когда пришли немцы, я потерялась. Полная ложь. И ты сама это знаешь. А докажи. Я требую адвоката. Телефонный звонок. У меня твой дневник. Я знаю всю твою историю. Но мог бы предупредить об тебе. Ты работала в трудовом лагере.
рассказал бы правду. Долгое время жила в немецкой семье и горя не знала. Это не просто измена родине. Это попытка скрыть правду. Не кричи на меня. Я не помогала. Все с тобой понятно. Немцу помогала, и нам пользу принесешь. Будешь полы мыть каждый день. А потом в детдом тебя определим. Да сейчас прям. Товарищ лейтенант, проводите девушку. Пойдем. Хотя подожди. Ты Петру Голубеву не родственница? Конечно. Это же дочь пилота-героя. Ас-истребитель. Весь фюзеляж был в звездочках. Про него правда еще писала. Тогда надо в часть сообщить. Где он там служит? Так сбили Петра полгода назад. Медаль посмертна. Жесть, ну спасибо. Ну что, Голубева Ася Петровна, значит, говоришь, есть тебе куда идти? Да, к бабушке и дедушке, я же сказал же. Так иди. Так иду. Пути не путю. Так, давай. Пошли к бабусе. Да, я за свой век много историй слыхивал. Но твоя точно самая удивительная будет. Ну, нет худа без добра, правда же? Будет чего внукам рассказать. Так тебе в починке надо, говоришь? Да, в починке, ребят. Я в тех краях... За коряком, X8. Ну, дорогу помню. Ты это... Хочешь вожжи подержать? Так, пабгер есть у меня тут? Угу. Плюсаните. Кляча моя стара, как эта дорога. Едем в починке или нет? Ласковей. Так, давай, управляем. Но... Ой, что говорить. Непростое время было. Столько молодых душ загублено. Я бы сам пошел, да кому я сдался? Мешался бы только под ногами. Еще с первой войны хромым сделался, а теперь и глаза не к черту. Одним словом, прошло мое время. Твое же только начинается. Ну да, впереди еще совок разваливать. Так что... Есть еще чем заниматься. Главную беду мы как-то пережили. Теперь жизнь снова своим чередом пойдет. Вот старуха моя, еще картошку собралась сажать. Мне бы ее прыть. Мы с ней чудом зиму пережили. Даст Бог, ой, дед, да ты достал. Боже, давай немножко помолчать, тут трогать один момент. Вот, кто из детей первым воротится? Должен же кто-то хозяйство налаживать. Угу. О, вот и деревня твоя. Напрямик через поле быстрее будет. Да, давай. Ноги молодые, доскачешь козочкой. Спасибо вам, дедушка. Ну, бывай, дочка. Давай, до побачення. А вот свидимся еще. Да не свидимся. Все. Обязательно. Остань, дед. Дай, дай мне до бабуси добежать. Ну, за то, что подвез, спасибо, да, конечно. За это, конечно, спасибочки. Во! Наконец-то. Наконец-то нам теперь это не снится. Правильно я понимаю? Ля, бабочка. Красиво. Ладно, побежали. Побежали к бабусе.
Надеюсь, на этот раз нам это все не снится. Потому что тупо будет, ну согласитесь. Второй раз одно и то же. Интересно, продолжение будет? Как она будет варежку искать? Она ж плюс-минус помнит, куда мы. Говорится, куда мы ехали. Так что можно попытаться найти варежку. Так, все, дома. Дома проверяй. Ты водишь? Ладно, давай. Побежали. Ася, побежали. В этой игре догонять надо. Алло. Все. Наконец-то. Надеюсь, это не наша белка только что была. И эти детки существуют. Потому что после Аркадия как-то я сомневаюсь, что вообще это все по-настоящему происходило. А не лежим мы где-то сейчас в больничке, накачанные травмадолом. Я понимаю, что в данный момент как бы разработчики рассчитывали на то, что люди пустят скупую слезу, но вам не удалось, ребят. Сами виноваты. Бонжур. Не получается. Ты что делаешь? Давай помогу. Во, умничка. И давай по горбу ему за то, что ломает казенное имущество. На, возьми. Вот это мы здорово справились. Да ты что вообще? Починил все, можно переезжать всей семьей. Вот дает. Ничего, тебе у нас понравится. Вы где были ты сегодня? Да где-где? Слонялись тут да там, не знаешь что ли? Что есть будем. Вот и замечательно. А ты откуда будешь? Давай, не спи. Нет, ты это видел? Да ну, брешешь. Это же надо так. А я тебе верю. Серьезно, да? Серьезно? А ты не веял? Не веял, да? Сейчас и песни петь начнем. Но ты не плачь. Все хорошо. Давай, Нешка. Все, это финал, я надеюсь. Но по идее должен быть да. Не знаю, я бы, наверное,
сказал бы пару слов по поводу этой игры, но вы все равно же не пишите там комментарии, так что проехали. Забейте. Всем, как говорится, спасибо, всем пожалуйста, всем, наверное, до потом и пока-пока, да? Правильно я понимаю? Или сейчас еще что-то покажут?